игрушки. Грустно сейчас в лесу, гало, сыро, пахнет прелой листвой. Одна отрада, опята. Весело на них смотреть. Громоздятся кучками на пнях, влезли на стволы деревья, рассыпались по земле, будто бродят здесь в одиночку, оторвавшись от стада. Весело на них смотреть и приятно собирать. В несколько минут наберешь полную корзинку. Да только шляпки, да и те с выбором. Очень хороши маленькие опята, когда шляпка еще натянута, как чепчик у ребенка. А снизу белый шарфик. Потом шляпка отстанет и превратится в настоящую шляпу. А шарфик будет воротничком. Какого цвета шляпка у опятка, точно не определить. Но это какой-то спокойный, приятный, буроватый цвет. Под шляпкой пластинки. У молодых опятана белые, а у старых чуть желтоватые. А замечали, когда шляпки старых грибов заползали на молоденькие, и те точно напудрены, и думаешь, не плесень ли на них? А потом вспоминаешь, это же споры, насыпались из-под старых шляпок. Хочешь есть опят, твердо знай все их приметы. По ошибке можно принести домой ядовитые поганки. Они тоже растут на пнях, но у них на шляпке нет махорчатых чешуек. Под шляпкой нет воротничка. Цвет шляпки ярко-желтый или красноватый. С пластинки под шляпой желтые или зеленоватые, а споры темные. Спасибо за внимание. С вами была Романова Алина. Село Синегорье Нагорского района Кировской области. Приезжайте к нам за грибами и за опятами, конечно.